Добрый вечер! Мы рады вас приветствовать сегодня на концерте серии «Композиторская школа Санкт-Петербурга». Сегодня вы присутствуете на третьем концерте восьмого сезона. И посвящен этот концерт замечательному композитору, пианисту, заслуженному деятелю культуры, деятелю искусств Российской Федерации, профессору Санкт-Петербургской консерватории, блестящему пианисту и просто замечательному человеку Григорию Овшевичу Корчмару. Григорий Овшевич возглавлял Союз композиторов Санкт-Петербурга с 2006 по 2022 год. И с его правлением в Союзе композиторов связаны очень счастливые годы обитания нас в Доме композиторов. Это человек замечательный, человек беззаветно преданный музыке, человек, который знает всю музыку от и до абсолютно, человек, для которого сочинение музыки равно жизни. У него более 150 опусов, среди них 3 оперы, 4 симфонии, 11 инструментальных концертов, огромное количество переложений. Это композитор, который всегда был очень, скажем так, развернут к исполнителю, и поэтому исполнители всегда тоже очень любили этого автора. Сегодняшний концерт как бы приурочен к юбилею Григория Овшевича, ему в этом году исполнилось 75 лет, но Григорий Овшевич не устраивал этого вечера. Понимаете, он всегда писал музыку для людей, и поэтому всегда был любим и исполнителями, и слушателями. И сегодняшний концерт связан еще с другой легендой, с Авелием Марковичем Шальманом. Это эпоха скрипичной школы Петербурга последних, наверное, если не ошибусь, лет 50. Все мои знакомые скрипачи, лучшие скрипачи, которые сейчас занимают ведущие позиции в театрах, в филармонических оркестрах, выпускники школы Савелия Марковича. И сегодняшний концерт – это концерт его класса тоже. Сегодняшний концерт открывается сочинением «Ария и ронда» для скрипки и фортепиано. Григорий Овшевич попросил меня, ну, мы с ним разговаривали накануне концерта, к сожалению, не сможет прийти по состоянию здоровья, но он попросил по нескольку слов о каждом сочинении сказать, прежде чем ребята будут исполнять. Ну, вообще, вот это сочинение относится к репертуару для детей и юношества. Дело в том, что, в принципе, со скрипичной школой связана вся жизнь Григория Овшевича. Он вообще родился в небольшом городке под Калининградом и приехал в ленинградскую десятилетку как скрипач сначала. Потом он перепрофилировался как пианист и уже в консерватории учился, сразу же совмещал композицию у Салманова, учился, а фортепиано он учился у Серебрякова. Вот. Но начинал он свой путь у Овчарика как скрипач. Вот. Потом он женился на скрипачке, которая, кстати говоря, тоже преподает в музыкальном училище. У них замечательный скрипач-сын, то есть это абсолютно скрипичная вот школа. И поэтому у него очень много такого детского, юношеского репертуара для скрипки, очень удобного со знанием дела, а иногда и очень сложного. Савелий Маркович знает, насколько иногда сложны бывают его сочинения, но это очень такая эффектная сложность, я бы сказала, конкурсная, концертная сложность. А вот начнет концерт сочинения «Ария и ронда». Это сочинение достаточно прозрачное, с таким барочным оттенком. Исполнит это сочинение. Арию исполнит Анастасия Горднина, а ронда – Аглая Михалева. А партию фортепиано сегодня всего концерта будет играть блестящая пианистка, тоже лауреат международных конкурсов многочисленных, Динара Абдурасулова. Thank you.
Thank you.
Следующее сочинение «Ссора Ленского с Онегином». Это своеобразный такой ответ композитора на тему русского романтизма в облике Петра Ильича Чайковского. В музыке в этой вальс-парафраз, в основе вальс и мазурка Чайковского, как бы в гипертрофированном виде. Сочинение писалось как обязательное сочинение для конкурса Чайковского в 2006 году и получило вторую премию. Итак, «Ссора Ленского с Онегиным» исполняют Анастасия Городнина, партия фортепиано, Динара Брасова. Thank you.
Следующее сочинение Григория Качмара «Плач Иеремии. Каприз для скрипки соло». Написано в 1996 году. В основе эпизод из Библии о страшных картинах разрушения Иерусалима и о гибели его жителей. Ну, такая страшная подоплека, да, Григория Овшевича подтолкнула к использованию экстраординарных приемов, к которым он обычно не прибегает. Это и четвертитоновая система, это и скордатура, перестройка скрипки, да, и игра за подставкой. Ну, также, думаю, Григорий Овшевич где-то держал в голове, что писалось это сочинение для конкурса имени Блоха в Северной Италии. Григорий Овшевич написал к сроку сочинения, отправил в Северную Италию, ответа не последовало. Позже выяснилось, что это были мошенники. Они собрали вступительные взносы и растворились. Вот. Сочинение, тем не менее, получилось очень яркое. Композиторы его используют как такое учебное сочинение для использования экстраординарных приемов, а для скрипачей это хороший повод проявить себя вот в такой вот расширенной технике исполнительской. Итак, «Плач Иеремии. Каприз для скрипки соло» исполняет Арина Сувинская. Thank you.
в заключении первого отделения концерта меланхолическая сицилиана и упрямая токката для скрипки и фортепиано. Сочинение 1985 года. Это еще одно обращение автора к жанру эпохи барокко, но, скажем так, на более сложном уровне как для исполнителей, так и для слушателей. Итак, Григорий Корчмар, меланхолическая сицилиана и упрямая токката. Исполняет Арина Сувинская, партия фортепиано, Динара Абдурасулова. Thank you.
кошмар. Подражание Вьетану. Цикл концертных пародий для скрипки и фортепиано. Вообще, Анри Вьетан – это один из тех авторов, которые сопровождают любого скрипача в период какого-то обучения. Такие вот фамилии есть у каждого инструменталиста. Скажем, флейтисты все играют Тобальдо Бюма, пианисты все играют Карла Черни. А вот у скрипачей обязательно нужно пройти период исполнения пьес Анри Вьетана. И поскольку, как я уже говорила, Григорий Овшевич жил совершенно и живет в совершенно скрипичной семье, у него был период воспитания сына. Мне этот период очень хорошо знаком по моему личному опыту. Это мучительные многочасовые занятия с ребенком одним и тем же, пока не получится. И, как он говорил в шутку, говорит, ну моя супруга, она довольно суровая женщина, и на 5-м часу уже обучения она, значит, бросалась табуреткой в сына. Сын, говорит, был очень увертливый, ни разу табуретка в него не попала. Но я для того, чтобы этого ничего не слышать, уже на 5-й час занятий выходил из дома и шел бессмысленно по Невскому проспекту. Заходил в какой-то кинотеатр, смотрел одну картину, потом шел в другую кинотеатр, смотрел другую картину. Лишь бы только не слышать вот этого периода занятий с ребенком скрипкой. И говорит, когда этот период вот уже дошел до точки кипения кульминационного, я, наконец, разродился собственным циклом в подражании Вьетану. И как только я, говорит, написал этот цикл, вот этот ужас Вьетана схлынул с моей жизни. То есть начался новый этап развития технического мастерства сына Григория Овшевича. Период Вьетана был пройден. Вот. А пьесы эти пролежали в столе 37 лет. И только в прошлом году стараниями Савелия Марковича эти пьесы были исполнены в Доме композиторов. Итак, «Интродукция и тарантелла» исполняет Виктория Остапчук. И «Баллада и полонез» исполняет Анастасия Городнина. Партия фортепиано Динара Брасова. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
для скрипки и фортепиано. Сочинение 1985 года. Сам композитор определил эти пьесы как проба пера в полуэстрадном жанре. Пьесы стали сразу популярны. Их очень много играют, мало того, существует переложение для струнного оркестра. Илья Иоф очень любит играть эти пьесы струнным оркестром, записал диски. Итак, первая пьеса называется «Смертельное танго», второе – «Бравурный галоп». Исполняет Арина Сувинская, партия фортепиано, Динара Абдурасулова. Thank you.
Корчмар, мы несем вам мир. Маленькая фантазия для скрипичного ансамбля и фортепиано на темы еврейских песен. Сочинение очень светлое, но с ним связан очень напряженный момент творческой биографии композитора. Григорий Овшевич от врачей услышал то, что у него подозрение на рак, и он 2 недели ожидал либо подтверждения, либо опровержения этого диагноза. И, как он говорит, именно в это время он писал эту концертную фантазию. Он говорит, если бы не эта фантазия, то я вообще, наверное, сошел с ума. Вот. Эта фантазия, как вы услышите, очень светлая, такая позитивная. Значит, использует самые популярные еврейские песни «Хава Нагила», «7.40», их контрапунктические соединения. В общем, в завершении концерта мы несем вам мир, Григорий Корчмар. Исполняют Анастасия Городнина, Аглая Михалева, Виктория Остапчук, Григорий Павлов, партия фортепиано, лауреат международных конкурсов Динара Абдурасулова. Поднялся.
Но прежде всего ребята тут немножечко ставились так, что они, вы не видели Динару. Иногда ее просто заслоняли. А без нее у нас вообще ничего не бывает. Абсолютно. Это безумно трудная работа, и технически трудная, и двигательная, и организационная. Вот. Сегодня у нас был маленький концерт. Это маленький концерт. Огромное вам спасибо. Вы нас очень сегодня поддержали, потому что еще вчера как-то так получилось, что было ощущение того, что в зале будет три сестры и дядя Ваня пожарник. Вот. Но слава Богу, вы все пришли, еще должны были кто-то прийти, но не пришел. Огромное вам спасибо, еще раз поздравляем ребят. Без них тоже началась огромная работа. Всего доброго, надеюсь, до встречи. Всего доброго. Спасибо.